Привет, ребята, с вами Антон, и мы продолжаем проходить Black Mesa. Нам сюда, походу, да? Кто-то оставил свой след и говорит, да, Фриман, тебе именно сюда. Ты живой. Я угадал. И боеприпасы кончились. Как-то печально, но мы их пополнили, да? Ху-ху-ху, как я доволен. Как я доволен, моя довольна. Ой, я нет, хотел. Хотел клапан покрутить, но клапан не крутится. Почему, не знаю. Я не понимаю, где наш ломик. Блин, что же делать тогда? Куда же идти? Может быть сюда? Может быть не сюда? Сюда, сюда. Так, главное не упасть. Вон что тут, нехороший, зловещий вентилятор. Опа. Плюм. Так. Ну, вниз точно прыгать не нужно. Это уже как бы вопрос решенный. Аккуратно. Аккуратно. Хо-хо-хо. Па-па-па-па-ра-па-ра-па. О, так. Вот лучше мы сохранимся на всякий случай. Крутится, вертится. Опасть. И Фриман падает в пропасть. Так. Окей. Ай! Ура! О! Подождите. О! Блин. Я прям выскочил аж отсюда, выпрыгнул. Ой, что-то мне не нравится это. Что-то мне залезаем быстрее. Или... Так, и куда нам идти? А давайте попробуем... Гортон бежит в воздухе. И это очень круто. Я хочу попасть вон туда. Но, наверное, это невозможно, да? Или, возможно, я почти дошел. Нет, вот отлично. Опа. Прям на ходу его словил, как бейсболист отбивает свои биты волшебной чужой бейсбольный мяч. Блин, ничего полезного. И смысл ради мы сюда шли, ребята? Непонятно абсолютно. Чтобы убить Хэдкраба и его друга. Они тут гуляли. У них своя тусовка. Так, еще один где-то. Нехорошо. Ой, как нехорошо. Так. Хм. Хм. Я так и знал. Я так и знал. Ой. Хэдкраб. 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 И вот эта козявка. Ты что меня атакуешь? Ты зачем это делаешь? Я пока был занят, это нечестно, абсолютно. Да что же вы будете делать-то, окаянные? Да, промазал, называется, прямо сразу. Тут... Ничего нажать не надо? Походу, не надо. Окей. А вот здесь. Вовремя. Я не знаю, зачем повернули, конечно, этот клапан. Ну, пускай будет.
О. Ой, патроны. Отлично. Так, готово. Ага. Кто-то тут хэдкрабов завалил. Нехороший человек. Или это был Гордон из будущего? Не знаю, или из прошлого. У-у-у. Так. Лучше этих тварей заранее всех уничтожить. Ух ты. Хорошо так зачесалось в ряды наши. Доблестные. Так, нам куда? Подождите, мы ж тут были. Стоп. А для чего тогда мы сюда пришли? Немножко не понял юмора. Я думаю, может подзорвать можно, не? Таким образом, получается, мы тогда идем обратно, да? Туда, откуда начинали, фактически. Ну ладно. Я не против. Честно говоря, я не знаю, мы правильно пришли или нет. Но трубы кипят. Может быть, правильно, авось. Сохранимся, если что, загрузимся. Да. Нам не сюда. Я все перепутал. Печально. Бункер, кислородное топливо. Не курить. Слушайте, смотрите. Мы кислород пустили, да? Пустили. Значит, он может сдетонировать, если в него выстрелить как-то. Давайте сейчас, вот сейчас я сделаю сохранение. Блин. Я пойду дальше, проверю. Если как бы туда не нужно идти, я просто отсюда загружусь и все. В общем, все равно нужно было вернуться сюда. Зря только время потратил на обыск предыдущего места. Как-то надо здесь выкручиваться. Блин, вот этот монстр беспокоит. О, стоп. Подождите. Один. Опа! Во! Еще один путь. Супер! Я доволен. Предупрежден, значит, вооружен. Да? Да. Отлично. Ой. Ой. Я не думал, что они могут спать еще так. Не зря мы все здесь разрушили. Да выйди.
Еще лечилки. Хоть краб, надеюсь, дохлый. Падла. О, может жизнь восстановить. Еще что-то. Мало ли. Так, отлично. Я не думал, что держитесь подальше. Слово подальше пишется слитно. Ой, раздельно. Так, что это было? Я не очень понял. А, вот лифт. Прекрасно. Оп. Чё-то мне захотелось на крышу поехать. Оп-па-па. Ладно, окей. Круто. Это было круто. Новый игровой опыт. Я надеюсь, никто не ждет, что я пойду и запущу генератор. Молчи, а то я тебе пошел туда и выстрелю в голову. Не вернулся. Затвор автоматический. Тут закрыто, да? Понятно. Прям как в метро игре. Хорошо, еще не особо далеко утянул, скотина. Так, нигде еще. Твари. Все соки высасывают. Ой, ёпта! Ладненько, пойдем обыскивать место, что интересного здесь есть. Это мое укрытие. Я не сдвинусь с места, пока ситуация не улучшится. Теперь уходи и никому не говори, что я здесь. Ты мне не приказывай, ты сейчас башки свои не досчитаешься. Вот и все. Гранаты, которые нам не нужны. Ну да ладно. Так, нам, похоже, вентиляционную шахту нужно, да, было залезть. Стульчик пригодится. Не, мы его взять не можем. О как. Так, у нас тут еще лестница есть. Сломанная. А мы по ней никак не залезем, да? Электропитание готово. Так, а что сделать-то надо? Наверное, обратно уходить, да? Все. Фух. Фух. Мерзкая тварь.
Теперь надо выяснить, как обратно подниматься. Надеюсь, дорожка нас выведет куда нужно. Ага. Точно. Все прекрасно. Готово. Теперь везде все готово. А сейчас будет самый интересный момент. Я не про этот момент говорил. Да что ж ты, как так? Теперь нужно нам наверх забраться, как я понял. Твою. Бежим! Бежим, я сказал! Так, фух. Обманули дурака на 4 кулака. Так, ну что? Все, кислород смешался там с каким-то еще топливом, и получилась такая вот смесь ядерная, которая тварь уничтожила. А ведь правду говорят, есть кровь, можно убить. И куда бы мы подумали, нам теперь идти надо, конечно же, вниз. Да-да. Куда мы только... Идем, я не представляю даже. Ну да ладно. Ой, офигу. Главное не упасть. Так, не вовремя. Так, и что надо делать? Погодите, где-то подвох должен быть. Что мы сделали не так-то? А, все. Понятно. Все, выпули. Давайте тогда мы на этом серию завершим. Надеюсь, она вам понравилась так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйте подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.